Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, продолжаем освещать проблему Дагестана, которая сейчас не просто проблема, это просто сейчас какая-то горячая зона на нашей земле, на нашей стране и так далее. Вот сегодня я специально зашел на официальный сайт нашей многоуважаемой китайской дряни, которая бушует по нашей стране, и думаю, какую официальную информацию пишут наши власти про то, что происходит в Дагестане. Ну и вот пишем на 25, ну и вот смотрим. По состоянию 25 мая 2020 года общее количество заболевших китайской дрянью в Республике Дагестан составило 4205 человек. За сутки китайской дрянью заразилось 110 человек. Ушло от нас 13 пациентов. Таким образом, общее число ушедших в Республике Дагестан на сегодняшний день составляет 97 человек. За сутки вылечилось и отправилось домой 86 пациентов. Общее число выздоровевших в Республике Дагестан достигло уже 3353 человека. Вот такая вот шикарная, красивая статистика у нас предоставлена нашими официальными властями. Ну, если у нас все так хорошо и радужно, у меня тогда возникает другой вопрос. А зачем мы согнали туда военных строителей? Зачем у нас там пол Москвы сейчас находится? Зачем у нас там такие массовые дезинфекции происходят? Для чего все это? В принципе, дела-то там немногим хуже того же Владивостока, того же там, я не знаю, Красноярска. Да, в принципе, в Красноярске, наверное, такое же количество, там 3500. Может быть, даже 4. Ну, в районе этого. Туда ведь никого не сгоняют. В Новосибирске, вот, в Улан-Удэ. Примерно та же самая картинка. А зачем туда приехали тогда все эти люди, если там, в принципе, все как везде? Почему тогда в Новосибирск никого не прислали, в Красноярск, в Улан-Удэ, Владивосток? Почему так выделяете тогда Дагестан? Ну, на этот глупый вопрос, конечно, друзья, я тут же и отвечу. Да потому что там все совсем по-другому, не так, как пишут вот в этой вот официальной статистике, официальной красивой статистике, такой причесанной, приглаженной. Дела обстоят гораздо серьезнее, и поэтому сейчас там пол Москвы, потому что там уже такие потери, что, как вот мне подписчики мои сообщают, что с 41 по 45 год потерь, пожалуй, было меньше в Дагестане, нежели чем на данный момент происходит. И вся вот эта вот статистика, которая у нас тут образовалась, и не знаю для кого ее пишут, для чего и кого пытаются этим делом обмануть. Но сейчас давайте пройдемся быстренько по самым главным, по самым серьезным вопросам, которые сейчас происходят в Республике Дагестан, по тем моментам, которые, на мой взгляд, достойны нашего с вами внимание. Поехали. Ну вот, друзья, главная новость, о чем я вам говорил. В Дербент прибыл начальник штаба МФО Вооруженных сил РФ. С рабочей поездкой по указу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в город Дербент приехал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Трешункин. Во встречающую делегацию входили заместитель главы администрации города Заур Эминов, помощник главы администрации Арсен Ибрагимов и другие. Начальник штаба проехал к участку, на котором будет возведен госпиталь, который строится по указу главы государства по проекту Минобороны Российской Федерации. Инспектировав данный участок, он отметил, что темп работы на отличном уровне, а руководство муниципалитета поблагодарил за сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации. Также Владимир подчеркнул, что в скором времени участок передадут под стройку. Его еще до сих пор не передали, что ли? У нас в стране столько земли, там бурьян уже растет, не знаю, везде, где можно. А у нас еще какие-то все движения вот эти непонятные, не могут там никому ничего передать. Тут время на секунды просто идет, а они все не могут передать. В Дагестане продолжают работу специалисты Минздрава Российской Федерации. Специалисты из Минздрава России посетили медицинские учреждения Махачкале, Хасавюрте, Дербенте и других районах. Напомним, федеральные власти в составе 6 человек прибыли в республику 20 мая. По словам врача Ирины Трагиры, группой медиков были проконсультированы все пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. Специалист подчеркнул, что ситуация в республике очень серьезная, так как одномоментно в больнице поступили огромное количество больных. Министерство здравоохранения Дагестана вовремя развернуло достаточное количество коек. Ну, такие вот выражения меня просто шокируют. Что значит вовремя? Вовремя было бы, если бы это произошло, но я думаю, как минимум недельки три. Друзья, напишите в комментариях, конечно, если я ошибаюсь, но
в данной ситуации, мне кажется, это слово даже оно не то, что неуместно. Оно сейчас в качестве какой-то насмешки выступает. Вот у меня такое мнение. Что значит вовремя? Вы видели, официальную статистику-то мы видели, но вы обратите внимание на реальные события, которые реально, которые на данный момент происходят в Дагестане. Что значит вовремя? Вы что вообще такое несете-то? В данный момент муниципалитет обеспечен необходимым медоборудованием и средствами индивидуальной защиты. Мы можем подтвердить хороший профессиональный уровень врачей, с которыми мы встретились и работали. Но то, что профессионализм врачей, которые сейчас работают в Дагестане, хорош, я не буду спорить, я думаю, что возможно оно так и есть. Но я уверен на 100%, что этих врачей очень мало. И те врачи, которые сейчас вот там находятся, находились до того, как подключилась Москва, они были просто замучены до такого состояния, что они уже, я думаю, они не понимали, наверное, что и делают. Я не в укор им говорю, просто нагрузка на них была колоссальная. Говоря о заявлениях СМИ о корректности и некорректности имеющихся в регионе статистических данных по китайской дряни, она заметила, что подходы к ее диагностике и лечению постоянно меняются. Если раньше считалось, что китайская дрянь может быть установлена только на основании положительных лабораторных исследований, то сейчас это может быть подтверждено и другими методами – клиническими и рентгенологическими. Ну еще одна новость, друзья. Военные медики развернули полевой госпиталь в дагестанском Батлихе. Батлихи или Ботлихи, я, друзья, точно не знаю, поэтому прошу меня не осуждать за это. Военные медики развернули полевой многопрофильный госпиталь в поселке Батлих в Дагестане. К концу сегодняшнего дня будет смонтировано медицинское оборудование. Это новость за 26 мая. Накануне полевой госпиталь начал работу в дагестанском Буйнакске. Здесь теперь можно пройти обследование и сделать анализы на китайскую дрянь. Ну, наконец-то. Его развернули в рекордные сроки. Поручение о том, чтобы военные помогли жителям Дагестана, президент России Владимир Путин дал 20 мая. Ну, вот видите, 6 дней. Если это правда, конечно. 22-го началась подготовка площадки. И сегодня здесь же принимают пациентов. Госпиталь оборудован всем необходимым. Здесь есть аппараты ИВЛ, рентгенографии и УЗИ, монитор интенсивного наблюдения пациентов и так далее. Ну вот могут же, друзья, когда захотят. Такие рекордно короткие сроки действительно развернули госпиталь. Если это правда, то в принципе я очень рад, что это произошло. Ну и последняя новость, друзья, которая достойна, я считаю, нашего внимания. Новость это следующая. Главврач ЦГБ Дербента обещал выправить ситуацию. Это новость от 25 мая, то есть, я как понимаю, сегодня уже он в полном объеме начал выправлять ее. Об этом он написал на своей официальной странице в Инстаграме. Добрый вечер. Встретился сегодня с главным врачом Дербентской центральной больницы, чтобы обсудить проблемы в организации работы больницы. Ко мне поступают многочисленные жалобы от горожан на руководство городской больницы. Ну, наконец-то вы эти жалобы увидели. Попросил главного врача разъяснить ситуацию и объяснить, почему у горожан возникает негативное впечатление после обслуживания в больнице. Ну, вот такие заявления тоже, они меня немного в ступор вводят. Ну, зачем вот, не понимаю, косить вот непонятно под кого. Неужели ты не понимаешь? Ну, не понимаешь ты почему. Да включи ты интернет и посмотри, там ведь все прекрасно написано. Там все прекрасно рассказывается, почему, как и куда. Не смотри первый канал. Включи интернет, включи YouTube. Также он отметил, что ситуация с китайской дрянью стала большой неожиданностью как для Дербента, так и для всего мира. Он признал, что администрации больницы было допущено много ошибок и погрешностей в процессе организации работы. Он сказал, что готов хоть сегодня покинуть свой пост, но чувствует ответственность за то, что уже сделано из-за своих сотрудников. Он сказал, что работает над своими ошибками, кое-что уже исправили и дальше собираются продолжать это делать. Он обещал в течение 2 месяцев выправить ситуацию ужас. Если этого не получится, он сказал, то уйдет с должности главного врача. Будете исправлять ее в течение 2 месяцев, там уже помогать, мне кажется, некого будет. Население в Дагестане не такое уже и большое, если за такой небольшой промежуток времени, такие большие громадные потери просто, я считаю, ну в течение 2 месяцев там уже... В принципе тогда, если такие перспективы у вас, такие планы, да, уже смысла, я думаю, нет там ничего строить. Помогать нужно сейчас, а не в течение там каких-то там 2 месяцев. Сейчас, сегодня, прямо сейчас пойти и помогать людям. Так что вот такие вот заявления. Ну и давайте, друзья, запомним, конечно, это выражение. Уйдет он со своего места или нет, в чем я, конечно, крайне сомневаюсь. Нет, но сейчас ситуация, я думаю, кардинально поменяется. Сейчас все-таки вмешалась Москва. Не столько вмешалась Москва, это дело все получило большую огласку. И теперь, конечно, и те же блогеры его не упустят. Ну и тот же Первый канал вынужден
как-то в легких тонах, таких спокойных все это описывать, что да, ситуация серьезная, конечно, своими словами они все там называть не будут, но хоть как-то что-то будут, скажем, бормотать, то, что можно им сказать. И теперь, конечно, отношение к этой проблеме в Дагестане будет уже совсем другое, я больше чем уверен, и помощь людям, конечно, придет, она уже пришла. Но то, что произошло, уже, конечно, назад не вернуть. Если у вас есть что добавить, друзья, или какие-то определенные новости, замечания, пишите обязательно в комментариях. Я все это читаю, и к проблеме Дагестана у меня особое отношение. Я все это читаю, возможно, что-то я потом добавляю в свои ролики, как вы видите. Потому что вот то, что пишут там, например, официальные издания, возможно, там где-то не всегда правда. Так что пишите ситуацию, которая у вас находится в вашем населенном пункте. Будь это город там, либо маленький поселок. Пишите, мне все интересно почитать. Возможно, ответить я каждому из вас не смогу, но эту информацию я как бы аккумулирую себя в голове и потом выливаю в свои ролики. Я думаю, при той информации, которую вы предоставите, это будет, мои ролики станут более объективными и более правдивыми. Поэтому пишите все, что вы думаете. На этом, друзья, я буду заканчивать. Всем, кому понравилось видео, обязательно ставьте классы, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канал. Всем пока, друзья, до новых встреч!